Пацаки, подъем на тренировку! Она меня достала. Альберто! А? Иди помоги! Короче, чтобы помочухаться, попейте кофе. Да не так. Крути вилкой. Вот. А? Сынок, вернись, мы тебя 2 недели тут ищем. У тебя все нормально? Да, у меня все нормально. Странно, как-то ты так посмотрел. А ты давай жуй. Да жую. Отлично, кататься ты научился, теперь твоя задача съехать с горы. Ты серьезно, это как-то стрёмно. Эй, Юля, давай мы сами разберемся. Я все-таки его лучший друг. Лука, ты забыл, чему я тебя учил? Давай, вспоминай Акуна Матату. Давай, все получится. Короче, я поеду с ним. Да подождите! Держись! А! Кто стырил мой колпак? Ты не справляешься с управлением. Да подожди! Что это за звук был? А вдруг это тритоны? Эй, ты чё застыл? Давай, мы должны их найти. Ну подумаешь, свалились в воду, с кем не бывает. Да блин, все из-за тебя. Почему ты постоянно за обоих все решаешь? Да брось, наша задача выиграть мотоцикл. Не трогай меня. Я хочу учиться в школе. Ты серьезно? Ну ты же не человек. Вот видишь, чего я не хочу, ты постоянно придираешься. Что? Благодаря кому ты сюда попал? Все, хватит. А, я вас нашла, вы живы-здоровы. Эй, чтоб так больше не делал. Твоя задача жрать макароны быстро. Юлия, а как попасть в твою школу? Вы что, хотите со мной в одной школе учиться? Ладно, а допустим, если бы в твоей школе хотели учиться тритоны? Что? Очень смешно, да, Альберт? Ну хватит меня пугать, мне не страшно вовсе. Видишь, я же говорил, морское чудовище. Где морское чудовище? Пиздюлей получит. Так, детки, давайте садитесь, я уже все приготовил. Не понял. А где этот длинный? Он уехал. Я пойду его искать. Он не хотел, чтобы его искали. Блин, Юлия, что нам делать? Мы теперь без Альберта не сможем. Ну, что нам теперь делать? Успокойся. Да блин, ты тоже. Вы хоть знаете, что вы сделали? Не нужно вам было вообще выползать на сушу. Мой батя на вас охотится. Вы знаете, что он с вами сделает, когда узнает, что вы тритоны? Лука, я не хочу терять таких классных друзей, как вы. Я не уйду, пока не выиграю. Слушай, думаешь, я хочу смотреть, как моих друзей попадают на второе? Это наша мечта была с Альбертом. Теперь его нету. И мне надо самому все разрулить. И попросить у него прощения. Альберт, прости, мне очень стыдно. Я не хотел. Уходи, я не хочу тебя видеть. Ты предал меня. Слушай, ну я правда хочу извиниться. Мне реально стыдно, что я тебя бросил и предал. Знаешь, ты не первый, кто меня предал. Мой отец от меня ушел еще тогда, когда мне исполнилось 10 лет. Он думал, что я уже стал совсем самостоятельным. А маму я вообще сроду не видел. Я буду участвовать в гонке. Что? Да, я выиграю деньги и куплю на них мотоцикл. Но это безумие. Да мне вообще уже пофиг. Лука, стой, не надо. Ты будешь участвовать один? Да. А что, это против правил? Лука, что ты делаешь? Я хочу выиграть. Дай-ка я тебя маслицем полью, чтоб тебя рыбки не засосали. Юлия, где твои друзья? Эй, водолаз недоделанный, ты что, собрался в иглу? С эскимосами жить? Значит так, нырять не с цим. Если что, тритонов поймают вон те дяденьки. Лучше не рискуй. Ну ты что, забыл? Вот. А, благодарю, Юлия. Помогите ко мне, рыбки присосались. Да задолбал, ты можешь побыстрее. Все, иди, бегом. Да жри ты быстрее, Юлька уже нас обогнала. Давай, бегом. Лука! Стой, подожди! Вернись! Кто быстрее всех? Я быстрее всех. Не понял. Нет, только не сейчас, пожалуйста, нет. Лука, держись, Альберта. Я иду к тебе. Что, испугался маленького дождика, лузер? Удачи на финише, лузеры. Ха-ха. Ловите тритона. Нет, Лука, стой. Тебя тоже увидят. Все в порядке, я разберусь. Эй, лови меня, ты. Нет, Альберт, стой. Ага, попался. Нет, Альберт, держись. Ну ты, Лука, сумасшедший. Мы же братья по крови. Дай сюда, я их поймаю и выиграю. Вот вы у меня и попались, ха-ха. Давно мечтаю преподать тебе урок. Юлия! Морские тритоны, ну-ка дай-ка сюда. Юлия, ты как, жива? Нормально, ребят. Просто немного нога болит. Юлия! Папа, я... С дороги, это моя добыча. Мы тебя не боимся. Зато мы вас боимся, вас все боятся. Вы просто два урода. Да они не уроды, они лучшие друзья, что у меня были. Назови мне хоть одного человека, который бы дружил с ними. Они самые крутые пацаны, которых я знаю. И еще они два победителя. Вы серьезно? Они даже не люди. Пацанов не трогать. Ну как знаешь, я так хотел поохотиться. Лука,
Сынок, ты как? Как же ты меня напугал, чтобы больше никогда не смел уходить. Эх, когда ты уже успел вырасти? Я горжусь тобой. Это вам. Круто! Лука, мы это сделали, мы получили мотоцикл и выиграли в гонке. Ну что, куда вы планируете дальше? Ну, я хочу остаться в городе. Твой отец звал ему помогать, ты ж не против? Да нет, конечно. Ой, я совсем забыла, мне же надо готовиться к школе. Ну что, чао вам, ребятки, я как приеду, вам позвоню. Я буду по ней скучать. Ну что, пошли. Я тебе тут кое-что купил. Я еду в школу? Да, вот мы тебе собрали чемодан. Как приедешь, позвони. То, Альберто, собирайся, поедем. Я никуда не поеду. Почему? Отец Юлии предложил мне работу. Я останусь с ним. Ну а потом как-нибудь к вам приеду в гости. Будешь меня вспоминать. Как я учил тебя кататься на мотоцикле. Как мы хотели исполнить свою мечту. Я справлюсь. Удачи тебе, Лука! Давай!